Разведка передала мне мою следующую мишень, доктора Гюнтера Крайдля, эксперта по ракетным двигателям. Он предпочитал передвигаться по городу в сопровождении бронетехники. Мы полагали, что у него есть документы, которые могли привести меня на завод по производству ФАО-2, где прятались еще трое ученых. Я определил точку на маршруте, где можно было заложить взрывчатку и остановить конвой. Естественно, этот район охранялся. Но другого я и не ожидал.
Er ist hier irgendwo.
Сержант!